В живописном ущелье Каракуюн произрастают красивые хвойные деревья, можжевельники и березы. В целях реализации национальной программы «Джешил-Мурас» в рамках года защиты горных экосистем и климатической устойчивости здесь планируют высадить большое количество деревьев. По поручению президента по улучшению горной экосистемы мы сажаем деревья Бешташ, Караарча и теперь в ущелье Карамоюн. Мы планируем не просто их посадить, но и ухаживать за ними в дальнейшем. Всего с марта в Багаятинском районе было высажено более 25 тысяч саженцев различных зеленых насаждений. Талас области, а на чинде Багаята района даже. Поддержав инициативу президента, в нашем районе 12 марта началась посадка саженцев. На сегодня в районе высажено 25 тысяч саженцев. Впредь мы продолжим это дело. На общей площади 5 гектаров будет посажено 10 тысяч саженцев. И вот сегодня глава области и руководители районов положили начало кампании. Молодые люди из 7 регионов, входящие в группу волонтеров, также выступили с инициативой посадки деревьев. Наша цель – собрать по 100 волонтеров в каждой области и посадить более 1000 саженцев. В некоторых местах наши представители высаживают саженцы сверх плана до 3000. Наша цель – показать молодежи, насколько важны деревья для нашей экосистемы. Эта кампания проходит во всех регионах республики. В настоящее время представители ведомств активно ведут работу по озеленению республики. Вера Черникова, Ирлан Джуншалиев, Салика Салиева, Эльхан Арстанбеков, Алатау 24, Талаская область.